Ксения Собчак, 37-летняя, в настоящее время отдыхает в Италии вместе со своим новым возлюбленным, 44-летним режиссером Константином Богомоловым. Судя по всему, пара прекрасно проводит время, об этом свидетельствуют многочисленные фото и видео, которыми пара делится в соцсетях. Сегодня, например, Ксения опубликовала видео, на котором отчетливо видно округлившийся животик, чем подогрела слухи о своей второй беременности. «Ловлю счастье», многозначительно подписала ролик звезда. Напомним, несколько дней назад известный блогер Лена Мира, просмотрев видеозапись состоявшейся на этой неделе премьеры фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», впервые заявила о беременности Ксении. При этом, как именно Мира написала о беременности Ксении Анатольевны, многим показалось весьма некорректным. Все гадала, как Ксения Собчак уговорит своего богомола взять ее замуж. Предполагала, что вброс про свадьбу в сентябре имеет цель воззвать к совести самца, мол, не позорь, бери меня официально, а не как любовницу тайно. Но все оказалось проще. Ксения Собчак залетела. Да, вот так вот все прозаично, залет свадьба. И не отвертишься. Когда я посмотрела видео с премьерного показа фильма «Тарантино», куда Собчак пришла с Богомоловым, мне, как и любой другой женщине, стало понятно, беременна. Это неловкая поступь, осторожные движения, одежда, скрывающая поплывшую в талии фигуру. И главное, тот жест, которым будущая мать оберегает живот, да, это залет. Месяц 3-4. Есть всего два варианта, когда женщина залетает. И оба натуральная фу. Или она, в 38 лет, не умеет предохраняться и залетела по неосторожности, или Собчак овульнулась умышленно, чтобы выйти замуж. Какой вариант тут действительно имеет место, я не могу сказать. Но и то, и другое мерзость, заявила Лена. Напомним, свадьба Собчак и Богомолова должна состояться 13 сентября этого года в пятницу. Многие пользователи считают, что Ксения специально выбрала такую дату, чтобы показать пренебрежение к глупым приметам.